Всем привет-привет. Девчонки, думаю, начнем вот с чего. С вот этой вот хреновинки. С вот этой. Так я ее вчера и не стала доламывать. Кстати, тряпочка сейчас убиралась на этот, ну, тут протирала все. Вот эта тряпочка прям зачетная такая. По сравнению с магнитовскими, я что-то думала, она вообще вытирать не будет. А она так классно впитывает и все, ну, отмывает. Короче, девочки, вы мне сказали. Спасибо вам большое. Конечно, есть на этом, на коробке... Конечно, есть инструкция, то есть для особо одаренных, как это все здесь сейчас. Вот, инструкция, как это все сделать. То есть надо с силой потянуть. Я боюсь, блин, сломать. Я вчера ее почему не дотянула? Потому что просто побоялась сломать. Это как сейчас произошло? Вы видели, да? Вы видели вчера, как я ее тянула с силой? Это что, это как она сейчас так свинтилась? Что за жизнь? А? Вот так вот захочешь придумать сюжет, и не получится. И все нормально с ним. А что я как вчера тянула? Что, она вообще не снималась никак у меня, не хотела? Так. Ладно. Подстава, подстава просто. Ладно, сейчас эту... О, да, теперь давай вот эту не откроем еще. Ой. Хорошо, как закрыто. Надежно. Так. Ну-ка, главное не промазать, наверное. Я так думаю. Опс, и не промазала. Вот это я, снайпер. Так. Сейчас все залью. Ну, вот так вот у меня вещи все происходят. Думаю, куплю, вот поставлю. Думаю, ладно, потом, ладно, потом. Что-нибудь наладить там. Это как с матрасником, да, я тоже, он у меня лежит в избранных, и у меня все время находятся товары более, ну, тут еще не влезло, более нужные, а я себя стараюсь ограничивать все-таки, да, вы и так видите, я каждый день распаковка, каждый день доставка. Я себя стараюсь ограничивать, чтобы не, так, какой стороной туда пиндюрить, теперь я забыл, а, вот так. Чтобы, короче, слишком много не заказывать. По 2-3 товара каких-нибудь мелких. Или один крупный. Так. Теперь сюда. Ой, намокло. А что я не поняла? Это Вася, что вчера посуду мыл? Он вчера... Точно, смотрите, работает. Он вчера пришел... Поздно с работы решил заехать. Ну, тут надо было, короче, чтобы он приехал. Не к себе поехал, а тут. Вот. Я говорю, ладно, давай, я заодно котлетонов. И он, видимо, после ужина, я так все свалила. Ну, мы уже жрали в ночи. Я после ужина все свалила в раковину. И пошла спать. А он тут что-то еще в телефоне там смотрел. Так. Давайте так красиво тогда я оставим. Ну, короче, что-то в телефоне смотрел, видимо, посуду потом, по-моему, не знаю, я уже спала. Уже к тому времени. Потому что я же сейчас решила ложиться спать раньше. И в этот... Чтобы днем не спать. Днем, кстати, не сплю уже 2 или 3 дня. Не помню, 2, наверное. Так, сейчас покажу. Вчера в ночи готовили котлетоны. Я их оставила... Ой, куда опять? Ну, вернее, готовила я их раньше. Мы их жрали уже в ночи. В этом. Вот так. Получился, нет, это мы не столько сожрали. Это получился не полный противень. Вот до сюда, вот так вот. Еще как раз бы на одну бы эту не хватило. Так, получилось у меня было 400 грамм. 450 ли фарш Индилайт. Потом сколько там было Мираторг в свиной фарш. Что-то грамм тоже, наверное, 400, да? Сколько у них упаковки-то? Добавила туда грамм, наверное, 100-150, может быть, мякиша от хлеба от белого. И, короче, корки все посрезала нахрен. Вася себе хлеб покупал, а я ему, ну, такой ест, а я ему это... все корки, короче, похерачивала. Думаю, ладно, не побегу же я, в конце концов, за булкой вечером уже. А вот, и 2 большие луковицы. Короче, они такие получились. Залила просто водичкой и поставила. Все это замечательно. Все, они прям вкусные были.
Но что-то они какие-то маленькие стали. Были вот так вот друг дружку задевали, ну, такие. Покажу. Видите, какие стали? А были вот так вот, ну, плотненько лежали с этот утрамбованный. Ну, не утрамбованные, а просто рядом друг друга задевали. Короче, вот. Но ничего, такие вкусненькие. Так, сейчас мне будет две котлеты. И гречи еще была. Я ела только одни котлеты с огурцом. Что-то я опять огурца наелась. Думаю, сейчас буду к мукбангу готовиться. И сейчас... я же хотела котлеты переложить. Котлеты себе две разогреть. И гречу, и салат. И салат. Здесь все крышки, блин, да что все опять раскидано-то со всех сторон. Блин, надо эти организовать еще. Как их называют? Пластиковые штуки. Так. Так, наверное, мы сделаем следующим образом. Где щипцы у меня? Так, сюда. Котлеты мягкие получились, вкусные. Это я себе на ужин открою. Так, ну а что я вообще? Ладно, сразу положу, потом в холодильник уберу. Сейчас пока все равно буду готовить. Так, ну как, не готовить буду, а гречу погрею. И с этим, я вот думаю, гречу греть. Гречу греть. Не знаю даже на чем. На масле, что ли. На масле, опять же. Ну, хотя на сливочном или нет. Ладно, на подсолнечном чуть-чуть погрею. Она потому что сухая, если ее сейчас на сухой сковородке жарить. Ну, греть, а микроволновки-то у меня нет. Но она все равно сухая, котлета-то без подливки. Так, давайте теперь смотреть, как с этот... Моется этот противень, да? Сейчас будет немножко вам громко, наверное. В принципе, вон, видите, вон этот. Ай, да, давай, лей везде, чего нам? Кабанан. Ой, нет, хорошо отходит, смотрите. Ну, и моется хорошо. Слава тебе, Господи. Как я не люблю. Ай, знаете, еще что обнаружила? Вчера же ставила котлеты, думаю, блин, сейчас у них получается двойное дно противня, да, когда вот ставишь. А по идее лист же должен быть, ну, все равно тонкий, одинаковый там, что сверху, что снизу. И, короче, а решетки здесь нет, мне приходится на лист ставить вот эту форму. Ну, на большой лист, на противень ставить вот эту форму. И думаю, а нет ли на Wildberries? Кто-нибудь реально заблокирует меня. Думаю, а нет ли на Wildberries в конце концов решетки в этот в духовку-то решетки вот эти бывают. Полезла, написала решетка для духовки и точно есть универсальные, есть под размеры, есть ну да, есть прям фирменные. Качаешься ты там, нет? Есть прям фирменные под каждую марку. Где-то они рублей 700 тысяч, вот так. Разные. Раздвижные, это универсальные. Ну, я, естественно, я отложила в корзину. Девочки. Блять, вот серьезно, это как однорукий бандит, точно. Это не закончится никогда. Так. Все. Вроде бы, да? Вроде бы все. Сейчас посмотрим. Так. Ну все, отлично. Это мне еще один инструмент для похудейства будет. А мамину я прикрою для запеканочек эту стеклянную, потому что там как раз запеканку. Здесь вот если запеканку делать, ее много будет. А мне же столько не надо. А вот котлеты-то на ура. Так. Потому что запеканку долго все равно не похоронишь, а котлеты вот они хранятся, да? Смотрите, все прекрасно. Но...
Все. Чистенько. Так. Ладно, значит, с этим разобрались. С этим этот помыли. Здесь уже все надрызгали, конечно, как всегда. Видите, она вот так раз, хоп, и впитала все. А эти дешманские магнитские ничего не впитывают. Короче. Так, все, надо помидорку помыть. И будем готовить похудейский обед. Похудейский мукбанг. Помидорки. А? Какие хорошие. Азербайджан. Я только не понимаю, почему Pink Champion? Или... Ну, блин, ладно, полежи здесь. Пока минуточку полежу. Блин, да что, смотри как... Ладно. Или Васю там обманули. Так. Помидорка. Сюда. Блин, мне как-то надо так сделать, чтобы я и стояла, и вы меня видели. Да? Да. Да хотя, в принципе, что? Не знаю, ладно. Я же хотела заварить этот, девочки. Сейчас этим опытным путем. Сейчас я вас вот так поверну. Опытным путем. Вчера я выяснила, я вчера пила на ночь коктейль. Этот опять белковый. Не на ночь, я его где-то часов... Сейчас скажу, часов полдевятого, наверное, пила. А котлеты мы жрали уже в ночи. Где-то в начале первого, даже час, наверное, уже ночью был. Нет, в начале первого. Да, может, пол первого, вот так вот. Ну, короче, время прошло. В общем, получается... что не с коктейля я спать-то не могла, а все-таки с шиповника. И я вот что думаю, сейчас я опять заварю, хочу шиповник, но я его буду добавлять, я же пила чистый, то есть как заварила, вот так вот, да, так и пила. А я хочу, ну-ка встань нормально, чтобы все было видно. Блин. Ну что? А я хочу, чтобы там, короче... Как его назвать-то? Добавлять как заварку. Добавлять просто в... не как заварку, а какие-то, как добавку в чай делать. Ой, сколько у меня здесь всякой полезной хрени. Не поверите. Просто одна сплошная польза от всего. Так, пока башкой не приложилось. Надо его помыть. Сейчас заварю и сразу кофе заварю. Вот этот. Будет у меня напиток на сегодня. Так. Сюда. А, я, кстати, еще смыла. Блин, руки намочила. Я, кстати, еще... А зачем? Хотя хватит мне этого, ладно. Вчера, кстати, для чистоты эксперимента белковый коктейль я пила опять на воде. Хоть я купила специальное молоко и кефир, чтобы производить, но пила опять на молоке, чтобы дома посмотреть, как оно... Ну... Я говорю, для чистоты эксперимента. Работают, не работают. А, так, я же кофечка. Где моя чашка? Им это еще ставить. Не успевает мыть сам. Вот. И сегодня пила кофе, кстати, сейчас. Сидела уже после завтрака, допивала. Открыла все свои подписки на всех блогеров, которых смотрю. И знаете, что увидела? Худеют все. Короче, сейчас пошла какая-то тенденция, что у меня новый тренд. Все блогеры худеют. Так вот, смотришь на блогеров, да? Такие вроде... Чё ты криво-то стоишь, блин? Не знаю, выпрямись. Такие все разные. Такие все... У одной такая жопка. У одной вот такая. У одной вот такие щечки. А у кого-нибудь какие-нибудь, я не знаю, достоинства у кого-то побольше, да? Я вот думаю, сейчас, если все блогеры похудеют, блогерши, похудеют. А да, кстати, мужики тоже худеют. Взялись прям за себя. Если все похудеют, будут все одинаковые, представляете? Как в Инстаграме. Вот эти вот все инстасамочки, все одинаковые, никакой индивидуальности. Все на одно лицо похожи. У всех губки уточкой, попка орешком.
И все. И даже не различишь. Я иногда смотрю, там в рекомендациях вылезают. То ли это было, то ли не это было, то ли там еще какая-нибудь. Ну, то ли я ее уже видела, то ли что это. Короче, они все одинаковые, все. У них даже голоса похожи. Так. Сейчас где-то до 90 градусов остудится. Вот эта штука. Кипяточек. И заварим. Заварим шиповник. И сделаю-ка я себе пока настругаю салатик. Так, это надо будет как-то... А, я вот чего же еще не сказала. Может мне микроволновку купить? Думаю, нужна она мне, не нужна. Здесь просто некуда будет ее уже ставить. Или, ну, вот так. Ну все, это у меня единственное место. Или надо будет, я думаю, вот этот шкаф что ли разгребать. И туда убирать, как ее называют, мультиварку. И по необходимости доставать, ставить на стол. Да, потому что для микроволновки единственное место, это вот здесь. Все, больше нету. Что ты опять тыкаешься туда-сюда? Вот, такие пироги. Короче, что мы с вами делаем? А что я сюда встала-то опять? Зачем я пришла к окну? Чтобы посветлее. Сейчас я себе салатика настругаю. Ну как салатика? Помидорку просто. Помидорку просто настругаю. И все. Да, опять полез дубль два. Полезли опять искать. Их надо как матрешку сложить все друг дружку, они у меня так валяются. Так, сюда вот пора налить кипяточек. Вот так вот сделаю. Вот так вот. Сюда. И сюда. Так, стой, заваривайся пока. Стой, заваривайся. Ты здесь завариваешься. Да. Я пока помидорку настругаю. Вот. Как думаете, девчонки, похудеют блогеры, не похудеют? Все, кто активно взялись. Я не знаю, но мне надо, например, там даже пускай это будет медленный процесс. Причем все хотят быстро. Я не хочу быстро. По поводу повисшей кожи. Девочки, она у меня уже повисла. Она у меня повисшая уже после больницы. То есть у меня сейчас заполнилось все то, что повисло раньше после больницы. Кто-то мне там сказал, сидя невозможно похудеть. Я вам больше скажу, даже лежа возможно похудеть. Можно просто тупо лежать и худеть. Я вам отвечаю. Проверено на собственном опыте. Блин, на печальном. Поэтому, знаете, вы мне тут не заряжайте как можно, как не можно. В этот... ну и вот. Вот эта кожа, она все равно все уже растянута. Поэтому мне... Я не переживаю, знаете, как некоторые... Ой, я сейчас похудею. У меня вот здесь повиснет. Я, по-моему, уже говорила. Ну ладно, не грех и повториться. Что если, ну не если, ладно, не если. Ну ладно, если я похудею до таких размеров, что прям кожа вообще опять повиснет, меня это не пугает, я сделаю операцию. То есть по возможности, по деньгам я буду копить на мечту работать, да, чтобы вот сделать, ну не то, что это, не то, чтобы прям мечта, не то, что меня это прям парит, что у меня там где-то что-то висит. Нет, мне это раньше не беспокоило и сейчас не особо волнует. Ну просто так вот, люди же вот там копят на, я не знаю, на машины, на Мальдивы, еще на что-нибудь. А я буду копить на операцию, чтобы, ну, кожу убрать просто. Причем, знаете, что убрать даже? Не столько кожу с рук, сколько кожу с живота, потому что там вот именно она фартуком висит. Мне прям после операции она прям фартуком висела. Вот так, хоп, и повисла. То есть я вроде влезаю в маленький размер, ну, то есть, а живот вот так вот, хоп, сюда, его, короче, скатал. И нормально. Вот. Поэтому... Меня это вообще никак не беспокоит. Никакие операции я не боюсь. Я уже бояться поздно. Уже все я прошла. Крым-рым, там, и медные трубы, и все на свете. И огонь, и воду. Так. Кофе. Здесь уже молоко остаточки. Так, сюда. Хватит. Это у нас кофе ирландские сливки. Я опять коробочек тут наскладывала выкидывать. Так, ну все. Все же я вам вроде показала. Да, салатик сейчас. Салатик. А, и про кисель еще забыла, девчонки, сказать. Вы еще так много писали про кисель.
Я же знаю, из чего он состоит тоже. Как бы вам огромное спасибо, конечно, за комментарии. Девочки, вам огромное спасибо за то, что мне сказали. Вот видите, у меня до решетки я додумалась посмотреть на Wildberries, а скраб для лица нет. Спасибо, что подсказали. Заказала, пришел он. Сегодня пришел. Аж 3 штуки сразу. Так, что-то я прям до хера солю. Аж 3 штуки сразу. Ну, там, типа... Да и 3 коробочки сразу. Ну, оптом, мелким оптом. По 50 миллилитров этот скраб. С косточками-то. Вот. Надо будет сходить получить. Ну, не знаю. Сейчас выйду, не выйду. Тут еще дела есть. Дело может быть ближе к вечеру. Ну или завтра. Завтра еще тоже должны прийти доставки. Я думаю, что я каждый день хожу, как на работу реально забирать. Когда все уже дойдет, все уже и собрать сразу. Так, ну и все, зелени у меня нет. Так, что надо? Котлетки погреть с гречкой, да? Ну, котлетки вот можно на сухой сковородке. У меня сковородки, видите, антипригарные, поэтому на них можно греть так. Без масла. То есть мне микроволновка-то не нужна. И гречка погреется, и все погреется, и пожарится, и все. Ну, в смысле, там всякие приблуды мне как бы не нужны для этого, чтобы ты там дополнительно что-то делал. Они антипригарные. Но гречка будет сухая. А хотя что она будет сухая? Я же в нее салат положу, да? Он же со сметаной. Это называется хорошая мысля приходит опосля. Вот так. Ну все, пойду я кофе попью. Ну как попью? Хлебну, докурю и пойдем на мукбанг. Тепло у нас на улице стало, почти 20 градусов. Нет, девочки, не ест она травку. Вот так она возле нее только спит, да, ирисочник. Вчера она ее чуть-чуть подергала. Сегодня я ей объясняла, она ее так щипнет, но не ест прям, да. Чекуля моя. Вот так вот и живем. Я здесь работаю, а она здесь спит рядом. Я думаю, сейчас надо присесть, я все глазом кашу. Надо попробовать отодрать вот эту штуку. Ну, для начала, думаю, надо шайтан напиток этот приготовить, выпить. А то что-то я есть захотеваю. Думаю, сейчас за молоком. За молоком. На молоке приготовлю. Так, я забыла. На 250... Надо на стакан. Надо 2 ложки, да? 2 ложки. Ну, закрывайся давай, что? Что не так опять с тобой? Так. Ну-ка. Да. 2 столовые ложки. Сейчас приготовим, попьем. А то, ну, смотрите, вот ела я. В 2 часа мукбанг у нас был, да? Кто там кушал со мной, всем спасибо. Ой, я не туда же сыплю, господи. Вот так вот заболталась. Чё же? В 2 часа был мукбанг, сейчас время почти 6. Ну, нормально через 4 часа я хочу есть, да? А на ночь я уже потом через 4, сейчас 6. Если потом захочу... Ой, ну да, 6. Если потом захочу... Я съем котлетки. Вот так вот мясо, чтоб мясо. Кстати, со мной столько спорили, да? Прям, ой, все закрыто. Столько спорили все, когда я еще говорила давно, что-то на ночь. Не помню, что, где мы что-то говорили. Я говорил, на ночь надо жрать мясо, не салатики, не йогурты, не фрукты никакие, а именно мясо надо есть на ночь. И мне все доказывают. Что-то это было, наверное, 2 года назад. Как раз мы, да, что-то мукбанги записывали. Ну, что-то такое. Со мной прям до хрипоты все. Что все неправильно, так не похудеешь, надо не жрать. А сейчас, блин, из каждого утюга. На ночь надо есть белки. На ночь надо есть белки, отварную грудку, отварную там эту. И вот недавно только... Услышала с умным видом, я тоже говорила, нельзя есть на ночь рыбу. Ни пареную, ни вареную, ни жареную, никакую с нее отекаешь. Это не мой вывод. Это не я только так сделала, такой вывод. У нас давно, ну он и сейчас есть, я периодически захожу, были такие дневники худеющих дам.
Это чуть ли не самый первый форум. Это он начался. Я там на этом форуме уже, да? Не соврать бы. Ну, лет 15. Нет, я там раньше лет. А нет, лет 15, да, нет, подождите, с 2009, наверное, 2008 года я на этом форуме, по-моему. Да, как-то так. Или раньше я там еще была. Не знаю, надо посмотреть первую запись. Короче, дохренище лет я там. Вот мы там периодически худеем, там таблица расчета калорийности, которая мне нравится. В ней мало продуктов, но там можно добавить свои, чтобы посчитать. Там удобно, ну, короче, удобно там, ладно. И вот девчонки, там все вот худеющие дамы, да, у каждого своя система. Там не было вот этих вот 150 там всяких научных этих. Девчонки худели, друг с другом делились, значит, все, фоточки, результаты, срывы, у кого все что угодно там было. И вот тогда уже мы с девчонками сделали общий вывод, что от рыбы на ночь, даже от отварной, там, какой-нибудь паровой, неважно, от нее отекаешь с утра. Она, рыба задерживает воду. Неважно, соленая, не соленая, хоть какая. Короче, нельзя рыбу на ночь есть. И творог нельзя еще тоже. Он тоже задерживает воду. Ну-ка. С молоком-то повеселее бы. Что вы так, девчонки? И тогда я сделал вывод, что белок надо есть на ночь, потому что от него, ну, как сказать, он сжигает. Короче, нету привесов по утра. Причем можно сожрать даже, знаете, не за 3 часа до сна. Тоже опытным путем выяснилось. А прям вот можно вот сейчас вот нажраться, допустим, ну, мясо там, я не знаю, чего-нибудь такого мясного, да? И прям сразу идти спать. И на утром будет минус. Клянусь, вы, ну, попробуйте. Просто для эксперимента. Так, ладно, здесь мы будем микрофонить долго, а то про эту тему похудения, она вообще бесконечная, спорная, бесконечная вообще, надо как-то вот здесь вот оторвать, что вам хорошенькое, куда ты сразу лезешь? О, девчонки, вы же мне говорите, бля, месяц минуту сами отрывается. Уже мне, опа, так, одна вроде ничего пошло. Вы же мне говорили, девчонки, спасибо вам большое, подсказали, есть какая-то штука там снимать, ой, на Вайлдберрис тоже продается, снимать кленку ленту, если нету этого, как его называют, фена у меня, да, нету. Так, посмотри, она вместе с этим. Блин, что ты делаешь-то? Где у меня хоть один нож-то? Ну-ка, сейчас, подожди, риска не лезь. Сейчас мы возьмем какой-нибудь ножик. И вот здесь вот подковернем. А, главное, как плинтус у плена. И отрывается вместе с плинтусом. Так. Вон там. Что видно, только мою голову, ничего не видно. Здравствуйте. Внизу оторвал. О, внизу оторвал. Так, вроде бы оторвал. Помощница. Куда без нее? Вот без нее ни одно дело в доме не обходится, да? Так, вроде оторвал, можно открыть. Вот. Лишь бы сейчас отсюда что-нибудь не побежало. Девочки, а то я буду визжать. Дурнины. Что там есть? Я вторую створку ни разу еще не открывала. Если что, вам показываю. Видите, да? Так, здесь у нас. Ну-ка посмотрим. Ой. Здесь у нас. Что там вам видно? Сейчас я переверну камеру. А то я не вижу, что я вам показываю. Итак. Кошка туда не лезет. Ты что, приготовилась уже? Итак, у нас здесь заделано фанерочкой.
Блин, боюсь что-нибудь трогать, чтобы... Серьезно, я боюсь, что оттуда что-нибудь побежит. Так, сейчас. Продолжим. Итак, позвонил Вася, этот как раз спрашивал, что надо, он сейчас бежит, что по дороге закупить. Короче, я говорю, ничего, я полезла вот под эту фигню. Он говорит, не трогай, сейчас приду, это боюсь. Боюсь лазить, он говорит, не трогай, сейчас приду, посмотрим, что там. Он-то не боится, черт побери. Но это надо будет сразу выкидывать, потому что ты же не будешь хранить, да? Короче, ладно. Заодно он зайдет сейчас на Вайлберис. Ну, мне же лень. Не то, что лень, я думаю, ну реально, мне стыдно перед девчонками уже заходить туда каждый день. Правда, уже думаю, надо, чтобы подсобиралось это, хотя бы раз в 3 дня ходить туда. Надо. Вот заберет крем и эту штуку подложки. Под столовые приборы, сушилку. Про Васю девочки сегодня я комменты почитала. Спасибо старичкам. Ну, кто давно смотрит канал уже, они знают, кто такой Вася. Ну, друг просто, ну, друг. Можно вот в это поверить, что просто друг. Там, про него, с него практически началась вся эта история. Давно-давно. А вот. Но уже сделали предположение, что это и брат мой, и сосед мой, и мужик нанятый, и муж на час, и все на свете. Как-то быстро он закончился. Короче, что только не предположили. Девочки, да, мы похожи. А с моим родным братом мы не похожи вообще. Я могу сказать. А с Васей похожи просто как две капли воды. Ну как, не как две капли, конечно. Блин, да вкусненький он. Но похоже, общий, что общий. У нас общий такой славянский тип. Просто лица. И в этом. Сегодня еще сказали, что он выглядит моложе меня. Да я рада. Девчонки, ну так вот откровенно завидовать, конечно, не надо. Просто уже что-то. Вот реально, знаете, ой, вы так похожи, как сделали, это ваш брат, там что-то. Ну, он, конечно, выглядит мало, а сколько ему лет, он, конечно, выглядит моложе. Я понимаю, что это такое завуалированное хамство. Мне вот просто смешно, как бабы сидят и бесятся такие, знаете, кто вот такие комменты пишет там. Ой, да как он мог, да с тобой. Да блин, вот значит, ты такая баба, что на тебя вот. А я вот такая, да. И на меня смотрят, да. И это не значит, что я там кого-то выбираю, там, ой, инвалид, только вы же вот всякую тупость несете, вы же не понимаете, кто там, из-за чего, там, с чего. Вот именно такие вот завистливые бабы, которые вот не понимают. То же самое, как, допустим, Ольги пишут там, ну, Уралочки, ой, да он с тобой, только там, типа, Сафар, только вот из-за этого молодой там. И вы не... Вот как... Вот у людей... нет, вот у нормальных людей они понимают как бы все вот этого, да. Я уже ей про подругу свою говорила 100 раз, что ей говорили, зачем ты со своим там старым, он что, он богатый там, а если он не богатый, зачем ты с ним? Вот так вот, да. То есть люди... И когда люди, вот их уже прет просто вот от злобы, что они такие все вот, они до себя считают такими прекрасными, всеми достойными, а у них нет никого, они одиноки по жизни, может быть, даже и с мужиком. Ну, одиноки, нахер они ему не нужны. Ну, муж и муж, ну, штаны в доме валяются. А бывает вот так вот, что вот ты такая вот прекрасная, вся такая нестандартная, а он раз и есть. Я не хвастаюсь, нет, я не хвастаюсь. Я просто хочу сказать, чтобы вот эти вот, которые вот такие вот эти вот, как сказать, а они не хейтеры, они такое, знаете, хамло трамвайное. Хочется что-то сказать. Вот им. Не надо, зависть это плохое чувство. Не запорадуйтесь просто человек. Учитесь радоваться, учитесь как сказать, источать добро из себя. И тогда добро вернется к вам. Может быть, даже в виде того же мужика. Не знаю. Я же вот даже говорю, когда что вы вот хамло трамвайное. Я же не ругаюсь на вас. Я просто говорю, ну это не ругань, это констатация факта. То есть вот такие, знаете, бывает вот это как определение, что вот в трамвае надо кому-то. Ну да, знаете, такие троллейбусные бабки такие вот ругаются, бывают. Вот, и вы такие же. Ну ладно. Сейчас, значит, нам принесут сушилку.
И посмотрим, что там дальше с этим совсем делать. Ладно, подождем, он быстро минут через 15 придет. Все, гонец добежал. Сейчас посмотрим сразу, сходу. Про этот, который я возьму кремики. Доставай пока, что там? Вот. Ну вот какой-то. Креп, смотрел? Да, да. Все в целом. Ну, трещина, чего она... Ты вчера открывал вот эту вот штуку? Да. Вот эту, да? Да. Потому что я не могла ее днем открыть, когда распаковала. Я ее, короче... А, нет, я ее все не открывал. С большой... Нет, вот эту вот самую серенькую крышку нет, снимал. Нет, не снимал. Я ее вчера, короче, и так, и сяк, и со всех сторон. И она у меня не идет, и все, я думаю, чтобы не сломать, так поставил. Сегодня взяла в руки, думаю, сейчас мне что-нибудь да. надо с силой открыть. Я ее, короче, взяла. Она у меня хоп и открылась сразу. Она просто, наверное, это в доме постояла, температура выровнялась, пластика. А какая ей температура, что на улице? Перепад температуры, ну, что не холодно. Блин, да. Так, три штучки. Сейчас посмотрим. Нет, блин, опять там коробок скатилась. Ну, это выкинем, да. Так, три. Вроде на месте. Все, девчонки, теперь я буду красиво. Еще дальше-то уже некуда, конечно. Но буду крашить. Так. Скраб здесь. И вот эта штука. Ну, она просто сейчас она там где-то должна быть. Да, да. О, так оно должно быть. Ну, да. Ну, что, вода стекает. Короче, вот такая штука надо мне поставить. Ну, тут вентиляцию вязать, да? Чтобы продувал маленько. Так, надо отрезать. Угу. Не знаю, надо и поставить сразу. Чё? Чё? Ну, чего мы будем ждать? Я опять что-то раскладываю. Ну-ка, вот сюда. Здесь масло уже размораживается. Так. Это все шайтан надо. Раз. И все. Что там видно? Нет. Ничего не вижу я, девчонки, сама. Ни черта. Я все отсвечиваю. Так, ну вот если вот сюда ее поставить, например. Как она там смотрится? Например. Ну сейчас перевернем камеру. Сейчас сюда поставим все. Ну, допустим, ножи нет. Ножи я хоть там что, я люблю, чтобы они вот так стояли вниз. Потому что я вечно об них колюсь. Так, вилки. Ножки. Ножки. Вилки и маленькие ложки. У меня маленький ложек-то. На Маланину свадьбу все это можно помыть. Это будет стоять вот здесь. Так, ну-ка, как это все выглядит, посмотрим. В общем, вот так, ничего не понятно, но очень интересно. С грязной посудой, ну нормально стоит, да, лучше, чем в банке, по крайней мере, все. Ладно, осталось поднос дождаться, когда он доедет, не доедет, коробку убрать и найти место для противня. Ну все, пойдем мы кушать, некоторых вернее кормить, за то, что принесли. Блин, за все надо платить, девочки, за все в этой жизни надо платить. С братом Васей. Сказали, что ты мой брат, но при этом сказали, что ты выглядишь моложе, как мой младший брат. Пол, вот так вот. Ну у тебя младший брат-то есть же. Ну младший брат, он у меня есть, только он не Вася, он Дима. Если еще. Ну все, всем пока-пока. Увидимся.